в истории современной Беларуси произойдет уникальное в своем роде событие – Всемирный конгресс белорусов. В нем примут участие граждане нашей страны, которые живут за рубежом. Впервые за всю историю страны соотечественники из более 40 стран мира решили объединиться для обсуждения актуальных вопросов современной Беларуси и путей выхода из сложившейся за последние месяцы ситуации. Мероприятие запланировано на конец октября. В качестве спикеров на конгрессе выступят Светлана Тихановская и представители ее штаба, представители Рады, БНР во главе с Ивонкой Сурвило, член Президиума Координационного совета Павел Латушко, политик и общественный деятель Ольга Карач, секретарь сообщества «Белорусы за рубежье» Артем Ледовский, дипломат и экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещиня. Высказать свое мнение будет возможность у знаменитых белорусских спортсменов, медицинских работников, специалистов в сфере IT и других. 31 октября состоится Всемирный конгресс белорусов. Это знаковое мероприятие, которое объединит не только белорусские диаспоры всего мира, но и всех белорусов. Мы знаем, что впереди нас ждет сложный период перестройки всей системы власти, решение сложных экономических и политических проблем. Белорусы всего мира, представители белорусской диаспоры всех стран выступают с предложением не просто обсудить нынешнюю ситуацию. Вместе мы будем искать пути решения и разрабатывать реальные программы выхода из кризиса. На Всемирном конгрессе белорусов в числе первых обсудят права и свободы человека, пути развития экономики страны, установление продуктивного международного взаимодействия, а также другие актуальные вопросы. Основная цель – объединение соотечественников для решения сложившихся политических и экономических проблем. На прошлой неделе Координационный совет представил экономическую программу по выходу Беларуси из экономического кризиса. 60 известных экономистов объявили о своей готовности разработать план экономического развития для Беларуси.